таким образом поднимаемся, да, на станцию Зоргина, платформу, а так вниз вверх. Вот проехали один эскалатор, у нас еще есть и второй эскалатор наверх. Поедем на втором. Вон поднялись наверх, тут лестница, скорее всего, наверное, да, пожарная. Вот так вид из окна на платформу Зоргина. Пойдем посмотрим, что там с другой стороны. Вот тут стройка, будет торговый центр скоро с гостиницей. Вот так выглядит вестибюль в сторону Полежаевской и в сторону Стрешнина. А тут самый вид в сторону улицы Зорги, вот в той стороне, и в ту сторону станция Полежаевская, Новохорошевская, МЦК. Сейчас посмотрим в ту сторону, в сторону Стрешнина. Вот тут эскалаторы вниз, выход на платформу. Идем на ту сторону смотреть. Вот такой вот переход длинный, загнутый тоже. Это выход в сторону Зорги улицы. А вон собачий приют. Вот платформа слева от нас. Вот выход на улицу Зорги и улицу Косянина, в ту сторону. Вон иду по пустынному коридору, уже полкоридора пройдено в сторону улицы Зорги и Косянина. А вот эскалатор в сторону Зорги. Вот так выглядит эскалатор вниз, спуск на улицу Зорги. Вот и вышел в сторону Зорги. Так вот выглядит выход. Так дорога в сторону Полежаевской Зорги пока односторонняя. Так в сторону Сокола. И остановки автобусные будут. Будет автобус скоро ходить. Сейчас посмотрим, как там. Вот возвращаемся за спиной у нас Зорги улицы. Возвращаемся в сторону улицы нашего Бирюзова. Идем туда прямо. Как раз вход он будет на станцию, на перроны, турникеты. А нам посмотреть на эту сторону. Вот так вот вид с платформы в сторону Стрешнего, с моста. Вот так выглядит выход на улице маршрут Бирюзовой, 3-й Хорошевская. А вот так выглядит выход на сторону улицы маршала Бирюзова, маршала Берзарина. Будет круговое движение, оно уже есть, будет автобусная остановка, будут автобусы.
будет улица маршала Бирюзова, а прямо улица маршала Бирзарина. А вот так выглядит вход на платформу посередине.